Красногвардейском районе три приюта для собак – Ржевка, Ильинка и Друг. Но находятся все они рядом, поэтому если вы решили провести выходные с животными, можете на месте определиться, в какой из них пойти. В каждом из приютов около 170 собак, а в Ржевке еще и 106 кошек. К сожалению, это количество постоянно растет. Забирают животных гораздо меньше, чем подкидывают. Люди у нас способны больше отдавать, к сожалению, и звонить постоянно, да, возьмите, возьмите, возьмите. Но что касается взять самому, нет, все ходят, смотрят, какие кисы, какие песики, и уходят. Вот, ну, скажем, за август мы пристроили 7 животных. Ситуация еще больше ухудшается, если собаки долго сидят взаперти. Они дичают и навсегда становятся пленниками приюта. Чем больше с собакой гуляют, тем выше шанс, что ее кто-нибудь заберет. Только так можно отучить животное от законов стаи и приучить снова доверять людям. Вот этого красавца, например, зовут Ангай. С этим дружелюбным псом можно погулять и в Ржевке уже в выходные. Для этого нужно только заранее записаться в группе приюта ВКонтакте. А по особым дням за такую прогулку спонсоры предлагают еще и купон на пиццу. В целом, это отличный выход для тех, кто не может держать собаку дома. Волонтеры приезжают часто, практически каждые выходные. Мне очень нравятся здесь собаки, они все такие милые, мне очень нравится с ними гулять. Это очень классно. Их жалко, они тут одни. Кроме прогулок, животные постоянно нуждаются в корме, лекарствах, поводках и игрушках. Так что если дома осталось что-то, смело звоните в Ржевку, Ильинку или Друг. Ведь всегда приятно помочь братьям нашим меньшим.